во-первых, было интересно познакомиться с человеком с таким богатым, скажем так, внутренним миром, да, узнать более подробно о футбольном клубе, о тех людях, которые в нем работают, и, конечно же, те слова, которые сказала Марина Ивановна, для команды они очень ценны. И самое интересное, что она попыталась познакомить нас, футболистов, друг с другом более что ли тесно, чтобы мы наконец-то узнали друг о друге того, что мы друг другу не могли сказать ранее. Если сначала было немножко скованы ребята, то к концу, скажем так, встречи уже и смеялись, и шутили, то есть уже были более раскрепощены для общения. Гол такого игрока, главный тренер Чайки, завершил клуб.